Мангуст набрасывается на кобру. Она пытается его атаковать, но в последний момент зверек делает настоящее сальто и уворачивается от ядовитых зубов. Это был хитрый прием, чтобы заманить голову змеи поближе на расстояние удара. У мангуста есть только один шанс на победу, но он пользуется им на полную. Кобра намного длиннее. Она пытается вырваться и опутывает противника своим телом. Но мангуст слишком силен. Рептилия и мангуст несколько раз сходятся в битве. Кобра пытается ретироваться, но храбрый зверь не дает ей ни шанса отступить. Он набрасывается на ее хвост и туловище, провоцирует атаки и снова бросается прямо на голову змеи, когда она злится. При этом кобра пытается воспользоваться не только отравой, но и преимуществом в габаритах. Она старается опутать мангуста своим телом, лишить подвижности, чтобы затем добить зубами. Но конечности проворного зверя работают слишком активно. Он атакует кобру за голову и хватает за пасть. Затем мангуст кусает за затылок и завершает поединок в свою пользу. Этой змеи ему хватит на несколько дней. Главный козырь мангуста – скорость его реакции. Бросок кобры кажется мгновенным, но только не мангусту. Сложно сказать, как он обретает возможность настолько быстро и точно реагировать на движение змеи. Возможно, секрет в его суперрефлексах. Но, возможно, мангуст учится предугадывать движение змеи по положению ее тела. В любом случае, прыжок мангуста – прием, который действует на опережение. Зверь с невероятной точностью рассчитывает траекторию своего тела.
What are you doing? Beep, beep, beep.